То, что происходит в Иркутске, это ужасная трагедия. Просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии. Теперь по поводу того, что там реально произошло. Ряд граждан, причем иностранного государства, организовали работу по производству вот этих препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом, но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать. И не понимая реально, что он делает, я думаю, не понимая, что он делает, добыл, как у нас, ну, не буду даже здесь использовать моветон, ну, раздобыл где-то вот эти технические спирты и использовал его. Вопросы, связанные с повышением акцизов и другие меры, которые правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это сделать. И вот этот ссылки так называемого, в данном случае, так называемого мелкого бизнеса на то, что на парфюмерные изделия подорожают, там всякие моющие средства подорожают. Мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Вы знаете, наверное, что пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал. Вот сейчас мы видим эту реакцию. Надеюсь, что все это в комплексе произведет необходимые, даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан. Теперь по поводу алкоголизации. Да, действительно, это проблема. Кстати говоря, она, может быть, даже не больше, как это ни странно, чем в некоторых других странах, особенно в Северной Европе. Но здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться. Он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера. Хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере. Вот здесь вот плакатик есть, а возле Кремля есть пивнушки? Так вот, не знаю, как возле Кремля, но рядом со школами точно не должно быть. Рядом с детскими учреждениями точно не должно быть и так далее, и так далее. Но такие решения в целом приняты. Нельзя только, чтобы они размывались. Нужно дальше продолжать напряженную, многоплановую работу с алкоголизацией населения. Это и воспитательные, это и работа средств массовой информации, о чем я вас очень прошу поддержать нас в этой работе. Это чрезвычайно важное направление нашей работы. От этого зависит демография в значительной степени в нашей стране. В общем, это одно из ключевых направлений нашей с вами совместной работы.